Ну, добрый вечер всем, дорогие друзья. Сегодня у нас 9 октября 2024 года. Сегодня у меня была фотосессия моих деток шоколадного окраса. Помет шоколадных деток, да. Всю красоту, лепоту вы видели. Уже всем постаралась сделать красивую видеосессию, да, показать, какие у нас есть детки. А сейчас просто выпустили их. Ребята, идем сюда. Выпустила на полянку, чтобы они, ну вот просто, такие, какие они есть. Замечательные, прекрасные детки. Ах, погуляли. Так, разбежались. Сейчас пойду искать. Так, ну что, нашла своих ребяток, пришлось идти брать вкусняшки и вот так вот их завлекать, потому что все уже им тут знакомо, и, конечно же, они тут свои, по-свойски разбежались по всему двору. Ну вот, вот эти наши прекрасные детки, которые предлагаются ваши семьи. Чему и жлятые? Вот так вот что-то вкусненько мама дает. Поснимала, ну только вот да, два бантика оставила. Это у Аполлончика, вот этого мальчика красавчика, голубенький бантик, и у малышки красотульки Аманты. А так все поснимала, ну потому что детки пошли к себе в домик, а там бантики сразу были бы съедены, вот. Ну и стараюсь не одевать им бантики, потому что они им мешают, они их там тянут и так далее. Они дети, да, как дети, не хотят и не любят. Так, мальчишечка Аполлон, красавец Аполлон. Еще раз покажу, как наши дети здесь гуляют, как они растут. Ежедневные у нас прогулки по два даже раза. Ну, не всегда снимаю, конечно же, но гуляем. Слава Богу, погода просто нам... Огромное спасибо погоде, да, природе, что дает нам еще насладиться теплом, солнцем. Ну, замечательно. Вот трава, потому что уже у некоторых наших выпускников где-то на Ямале, да, уже снег лежит, и наши детки уже бегают по снегу. Но что делать, что делать? С природой не поспоришь. Так, ребятки мои гуляют чудесно, отличненько. Хочется, чтобы вы посмотрели еще вот в таком вольном состоянии наших деток, которые вот радостные, счастливые. Это мальчишечка, мой красавчик, Лоран, да, Лоран красавец. Так, мальчишечка Принц, микромалыш, вот и это, да, красавчик. Так, мальчишка Лоран, девчоночка Миранда, Аманда, Миранда дома, да. Так, мальчишечка, еще раз повторяюсь, Аполлон. Так, красотулечка Джулия. Все красавцы, все очень достойные собачки, но каждый выбирает своим сердцем, своими глазами. То есть дети просто потрясающие, выращены детям уже... Ох, будет 6 месяцев, 5 месяцев, да, им... Вот, будет 6, да, надо посмотреть. Вот так вот запуталась немножко. Ну, чудесно, чудесные красотулечки, вот, выросли. Я прям очень довольна каждым. Каждый по-своему прекрасен, очень прекрасен, да, очень интересные окрасы. Это прям вот, ну, прям мне очень все нравится, все детки замечательные. Каждый по-своему. Так, побежал Аполлончик и малыш, убежали. Так, ребята! Идем, зайки. Да, Лоранчик, вот он, видите, спокойный ребенок, домашний, спокойный сынок, сидит, смиренно ждет, спокойный, да, он бегает, играется, но он очень послушный, да, Лоранчик? Вот такой красивый мальчик, замечательный, девочка Джулия. Мальчишечка Аполлончик. Аполлон? Аполлошечка, красавец. Мальчишечка Принц. Чутюпутюпусика такой хороший. Ой, такой классный мальчишка. Такой сладкий.
Джулия, пожалуйста, Джулия. Ой, тоже такая общительная, общительная девочка. Я тут босичком с ними, да, очень приятно находиться на травке. Ну и девчоночка с желтым бантиком, это Аманда. Аманда! Амандушка, 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 детки, 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 конфетки, чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики, красота. Все, дорогие друзья, на сегодня я оставляю в покое своих прекрасных деток. Мама со своей фотосессией, видеосессией, да, все показывает, показывает что-то. Мне хочется кричать на весь мир, какие мне прекрасные есть детки. Возможно, кто-то мечтает, возможно, кто-то смотрит и ищет именно этого ребенка. Поэтому, если вы зашли впервые к нам, то добро пожаловать на наш канал, наш домашний питомник Elite Pets, город Евпатория. Находимся мы в Крыму, город Евпатория. Но доставочка у нас наших деток есть по всему миру. Конечно, мы все обсуждаем, все обговариваем, да, потому что, ну, вы можете жить на другой стороне земного шара или где-то еще, да. То есть все-все-все мы будем с вами обсуждать. И, конечно, как только мы придем к единому мнению, всех все устроит, и вас, и меня, конечно же, мы с удовольствием бережно отправим наше счастье вам. Вот такие вот прекрасные наши детки. Сегодня я показала всех, каждого, с разных сторон, поэтому я думаю, что все ясно, все понятно. Ну, если что-то вам непонятное, остались какие-то вопросики, конечно же, я с удовольствием на них отвечу. Очень люблю, когда люди спрашивают, когда люди ответственно подходят к покупке животного, любого животного, неважно какого, потому что это живое существо. Поэтому вот так, дорогие друзья, все, мама ничего не дала, они разбежались. Ребята! На-н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 а-
выбирай, выбирай, сынок, выбирай, какая тебе нравится, нет? Ну давай, хочется и ту, и это, и облизнуть. Вот так. Давай, бери. Амандочка! Давайте, ребятки, сюда, 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 сюда. Все, побежали. Так, ну что, что, на, Аполлончик, Аполлончик, возьми, возьми, вот мой сынок, возьми. Ага, прибежали, прибежали. Ну, возьмите, возьмите, мои хорошие. Все, вы молодцы, спасибо, умнички, себя прекрасно вели. Просто замечательно на видеосессии, просто суперски малыши себя вели. Молодцы, показались на высшем уровне, высший класс, скажем так. Все, дорогие друзья, я буду с вами прощаться на сегодняшний день. Есть еще дела, зовут другие собачки, поэтому рада общению. Если наши детки зашли вам в душу, в ваше сердце, пожалуйста, обращайтесь. Мы рады сделать вас счастливыми. Все, пока-пока, до новых встреч, всем всего доброго, самого прекрасного. Улыбайтесь, будьте счастливы, все будет хорошо.